Я пытался вот это все, потому что, видите, извините, вот я вот здесь работаю, и весь привоз, извините, ходит ко мне, извините, вот. Погоди. А что-то делать конкретное, понимаете, опять же, сделаешь, потом непонятно, как это все равно все валится, и, потому что, опять же, начальник. Они вот эти охраняют. А это уже такие, знаешь, как пьяные разборки начинаются. Они тут где-то наквасятся и все. Ну, а потом начинают вот эти все выпендрёжи. Пьяные, вы сами знаете. Ну, такое. Чтоб я видел, чтобы такого ужасного не видел. В основном завод за место воюет.